Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бұл ел мен елші бағдарламасы. Жалпы ішкі өнімдерінің 80% экспорттайтын Бельгия, әлемдегі индустриясы жоғары дамыған 10 елдің қатарында. Біз қазір Бельгия корольдігінің елшісімен сұхбаттасамыз. Қазақстан мен Бельгия корольдігі арасындағы іс жүзіндегі дипломатиялық қатынастар 1993 жылдың 1 ақпанындағы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Бельгияға ресми сапарынан кейін бастау алды. Бельгия, ТМД мен Орталық Азия республикалары ішінде Қазақстанға ерекше көңіл бөліп, ынтымақтастықты арттыра түсуге ынта танытып отырған ел. Бұл екі ел арасындағы барыс-келістің тұрақты сипатталуынан, соның ішінде парламентаралық байланыстардың қарқынды нығая түсуінен байқалады. Ассаламу алейкум, елші мырза. Асыл арна телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Ассаламу алейкум. Құрметті елші мырза, сіз біздің елде 4 жыл тұрдыңыз. Біздің елді жақсы білесіз. Сондықтан сізге мынау біздің Қазақстанның дамуын қалай бағалайсыз? Да, ну, конечно, Казахстан независимый. Независимая страна уже 25 лет. Мы скоро будем отмечать годовщины создания наших дипломатических отношений. Я, конечно, не могу сказать, что даже пребывая сейчас 3 года в Казахстане, я все знаю о Казахстане. Конечно, нет. Это казахстанцы лучше знают, чем я. Это я... Сознаю это, я думаю, что это нормально, но я, конечно, читаю газеты, смотрю телевидение, я вижу, что сельское хозяйство развивается, что в многих отраслях. Я был в Петропавловске, я был в Усть-Каменогорске, я был в Шымкенте и Кизилорда. И я вижу очень большой динамизм и динамику, да, инфраструктуры развиваются, больницы, я видел новые больницы, новые инфраструктуры, новые дороги, новые школы. И для меня это тоже знак о том, что Казахстан – это... молодая страна с амбициями, но не только в экономическом плане, но тоже в политическом плане. Сейчас Казахстан вступил в Совет Безопасности ООН. Сейчас идут переговоры о помирении в Сирии. Казахстан имеет очень динамичную роль для создания безопасности в мире. И я думаю, что это цель, которую все могут разделять. Возможность еще много предпринять здесь. Так что много уже совершено. Им еще есть возможность еще что-то предпринять, и поэтому я думаю, что это очень интересная страна. Экономикамызды білесіз, қай салаларда біздің Қазақстанның экономикасы дамыған, бірақ мынау Бельгияның кәсіпкерлеріне қай салада жұмыс істеуге ыңғайлы Қазақстанда? Сол жағын айтып кетсеңіз. Но вы знаете, внутренний продукт Бельгии, ВВП, состоится из 80% из сервисов. Да? И поэтому мы сейчас очень интегрированная экономика, так что я иногда, это, конечно, шутка, но я говорю, что мои коллеги после из других европейских странах, они тоже работают за бельгийскую экономику, потому что есть много предприятий, бельгийские предприятия, которые тесно связаны с другими предприятиями
вне Бельгии и наоборот. Так что, ну, можно сказать, что в почти всех отраслях есть возможность сотрудничества. Я не могу что-то исключить. Агропромышленный комплекс тоже важный. У нас, в принципе, в 19 веке в Бельгии, как наша экономика развивалась, были два главных фактора. Первый – это уголь и металлургия, потому что у нас были шахты. И другой – порт и коммуникации. В середине 20 века уже не были, мы закрыли все эти шахты, потому что они уже не были рентабельны, но нам удалось создать новые деятельности, новые предприятия. И надо, конечно, экономика должна постоянно адаптироваться. Да, это, и мы это сейчас до сих пор сделали успешным, и я надеюсь, что это тоже так и будет в будущем. Сіз айтыңыз, Бельгияда көп ұлттар бар деп. Сол ұлттар әр тілде сөйлеседі деп. Сол енді мынау қарағанда Бельгияның мынау үш тілі ресми тілде қолданады екен. Біздің елде де үш тілмен қолдану керек, әрбір кісі үш тілде сөйлеу керек деген сондай ұсыныс бар. Сол үш тілді солай қалай дамыту керек? Соған көзқарасыңыз қалай екен? Да, конечно, я думаю, что языковая политика – это всегда чувствительный вопрос, и как я думаю, что казахстанцы сами должны выбирать, как они хотят делать. Но в Бельгии, может быть, ситуация как немного другая, потому что на севере страны говорят только по-голландски, на южной по-французски, и некоторые районы на востоке по-немецки. Так что у нас есть, конечно, три официальных языка, но не... я думаю, что вообще, конечно, это полезно знать языки, конечно, если сначала есть образование, и если это немного зависит от того, с кем, от нужды могут быть разные, да? Например, мне это полезно говорить по-русски, потому что я здесь. Для других коллег это может быть не так важно, да? Я бы хотел тоже говорить по-казахски. Жалпы ішкі өнімнің 80% қызмет көрсетуден тұрады екен. Соның жалпы ішкі өнімнің 80%-ын Бельгия экспортқа жібереді. Осы Бельгия үкіметі экспортерлерді қалай қолдайды екен? Соған қандай жағдай жасайды екен? Да. Я должен сказать, что, конечно, главное – это усилие самих предпринимателей, да, это зависит от них. Они динамичны, есть среди них много средних и маленьких предприятий, которые понимают, что чтобы выживать, чтобы развиваться, они должны обязательно поехать на экспорт. И я думаю, что это они играют главную роль. Политика поддержки экспорта – это у нас полномочия регионов. У нас, например, в Казахстане есть у нас офис в Алматы, Уоллонского агентства по экспорту, который возглавляет госпожа Алиева, и они организуют, например, миссии. У них есть разные инструменты, которые, может быть, не очень большие финансовые помощи. Это нет, потому что даже это было бы, наверное, запрещено из-за
международных правил, да, но есть один инструмент, например, это дать информацию. Ну, бельгийский предприниматель обращается или в посольство, или в АУЭКС, в Алматы, и он, мы можем ему дать информацию, какие возможные партнеры, какая, кому обратиться, какие правила и так далее. Другой инструмент – это организация коммерческих миссий, и в этом году будет организована миссия в Алматы и тоже в Астане. Ну, так есть официальные контакты во время визита, да. И это, эти визиты организуются сейчас каждый год. Иногда тоже мы приглашаем казахстанские предприниматели в Бельгию, чтобы они могли посмотреть, что мы делаем, и установить контакты там. Құрметті елшімізді, сіз өзіңіз білесіз, биыл осы Қазақстанда халықаралық экспо көрмесі өтеді. Соңға, соған біз дайындық жасап жатырмыз. Сол дайындыққа қандай баға бересіз? Я вижу, что строительство очень гадко идет. Но уже сфера, как видно из аэропорта, даже я, конечно, очень рад, что я смогу посетить эту выставку в течение моего пребывания в Астане. Очень рад тоже, что казахстанское государство решило отменить визы для гражданина ряда стран, в том числе Бельгии. Это, конечно, упростит пребывание здесь для тех, которые хотят посетить выставку. Думаю, что это будет успешно. Я знаю, что уже бельгийская компания, которая так собственный павильон здесь. Да, я думаю, что выставка будет очень интересна. Я жду с нетерпением. Спасибо. Өзіңіз мынау демалыс күнін қалай өткізесіз? Сонда қандай демалысты жақсы көресіз? Соны айтып кетсеңіз. Да, я думаю, что это очень важный вопрос. Иногда я сам себе задаю этот вопрос, потому что не всегда просто все совместить. Ну, конечно, здесь, пребывая в Казахстане, я думаю, что это, я хочу использовать возможность, чтобы лучше знать о стране. И, ну, нам тоже удается, как по-своему, часто приглашены на концерты, на разные культурные мероприятия. Это, конечно, я с удовольствием это, туда хожу. И, ну, мне удалось делать уже несколько экскурсий по стране. Там, ну, в Алматы, Большой Алматинской озеро я был. Құрметті елші мырза, сіз өзіңіз білесіз, былтыр біз тәуелсіздігіміздің 25 жылын тойладық. Сол біздің тәуелсіздік туралы, сол біздің телекөрермендерге тілегіңізді айтсаңыз деп сізден сұраймын. Құрметті қазақстандықтар, сіздерге үшін жүректен тәуелсіздіктен 25 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, бақыт, молшылық тілеймін. Құрметті елші мырза, асыларына, телеарнасына алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Ғұмырыңыз ұзақ болсын, күндеріңіз сәтті болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Көп рахмет сізге. Сіздеген
көп көп рахмет.